Всем добрый день, это видео для канала Ярика Мазур. Зовут меня Евгений, вот решил вам снять краткое видео, как хранится у меня лук. Сегодня у нас 14 ноября, лежит он у нас в складе 10 сентября. Вот в таком он состоянии сейчас. В этом складе у меня около 30 тонн. Вот такой лук у нас получается без селитры лежит, все у него прекрасно. Здесь у нас около 30 тонн, вон там напротив склад у меня в таком же качестве около 40, туда идти не будем. Вот тут еще у меня, здесь у нас около 80 тонн. Вот смотрите, если считать, у нас все по рядам, около 14 рядов. Все лежит, все у него прекрасно. Ждем пока цены более-менее. То на сегодняшний день хотелось бы немножко больше. Ну, лук показывает, что он еще готов лежать и лежать и лежать. Мороза у нас нету. Вот такой лук у нас. Так что, если кому интересно, звоните. О цене будем договариваться. Номер телефона 097-921-73-60. Нахожусь я в Запорожской области. Веселая. Звоните, буду рад пообщаться. Все, всем пока, всего доброго.